Всем приветики. Пришла мне такая вот посылочка из Китая. В таком, кстати, пакетике, как мне винчестер в таком пакетике пришел. Вот. Есть такая штучка специальная для отрыва. Для тех, кто не знает, что такое углубление, это для отрыва. Правда, блин, оно плохо упаковано. То есть был просто пакет почтовый и сразу вот этот пакет. То есть, если на него бы навалилось бы что-то, например, где-нибудь оно так бы легло между двух пакетов, оно могло бы и сломаться. Но вроде все нормально. Мы получили такую вот штуку. А что это за штука? Это регулятор... Регулятор этого, как его называют? Напряжение. То есть... для оборотов мотора, то есть регулирует обороты мотора. Вот он сзади такой выглядит, сюда подходит напряжение минус-плюс, а сюда выходит мотор плюс-минус. Вот этой штукой крутим, крутелкой. Что-то она какая-то без этого, без начала, без конца. Типа вот так включается, пошло. И вот так вот максимально. То есть как-то она неправильно стоит, мне кажется. Вообще неправильно, ее надо снять. Внутри она вот так вот выглядит. Правда, здесь света не хватает. Во, я тут так топовую лампу примудрил. Есть у меня такая вот лампа, типа настольная. Такая вот лампа. Все время в зале стояла. А сейчас я так ее удобно... сюда примастил, как раз и сбоку ставишь рядом с камерой. Вообще огонь. Вот оно как выглядит, но сзади мы уже видели, там все и так понятно. Спереди вот так вот. Блин, как же классно освещается. Вот сюда получается, подключается питание, сюда моторчик. И вот так вот оно выглядит. Все эти компоненты. Как-то так вот, чтобы показать, чтобы четко было. В принципе, я думаю, и так все видно. Все довольно-таки четко. Наверное. Как мне кажется. Ну-ка. Лампа. Хотя и так, в принципе, норм. Вот. И вот эта вот штука, она неправильно стоит. Если она вот так вот выключается... как он там, а вот так включается, то он должен стоять вот так. Ну, типа, по логике. Какая логика у китайцев, я не знаю. Так, по идее, ты включаешь, слышно щелчок такой вот. Щелчок, потом оно крутится на максимальный оборот, вот они. И обратно назад, до щелчка. Таким планом, типа, должно работать. Вот, и сейчас можно попробовать питание поддать ему. Правда, а какое там питание? Ну, по-моему, от 5 до 30 вольт. Да, что-то такое. В общем, есть у меня на 8 вольт питания блок. Его через переходник к этой штуке. И вот это вот сейчас ставлю туда. А подключу, наверное, вот этот моторчик на 3 вольта. И оно регулирует, по-моему, от 3 до там что-то 30 или 40 вольт, что такое, я не помню уже, это надо параметры смотреть. Только что глянул, от 1,8 до 12 вольт регулировка идет. Блин, в общем, я закручиваю провода, и вот когда начинаешь закручивать болтики, идет какой-то хруст такой. Даже не знаю, даже как-то... Ну, не то, что сильный, такой слабенький. Но такое ощущение, как будто оно в плату упирается, и оно там потрескивает. Даже страшно, кажется, сейчас зажми сильно, и оторвется это от платы. Как-то мне это не нравится. Ну что, в общем, я подсоединил. Тут самое главное, чтобы оно нигде ничего не закоротило. Вот он так выглядит. Вот он мотор. Блин, проводов, правда, сильно много. Надо как-то так расположить, чтобы оно наоборот шло. Это туда, к питанию. А это сюда. Как-то так вот, чтобы я мог регулировать. Ну, сейчас питание подключим.
Ну что ж, питание подключил. Вот он мотор. Моторчик, потому что маленький. И пробуем включать. Так, я вроде крепко держу. Работает. О, там еще лампочка горит. Сейчас я погашу свет. Лампочка горит. И моторчик вот крутится. Вот лампа включилась. Вот она выключена. Слышен щелчок даже. Слышите? Щелчок. То есть выключена, то есть она вообще полностью щелчок. Включилась лампочка, соответственно, загорается. Вот если убрать, допустим, лампу. Вот выключена. И здесь ничего не горит. Слышен щелчок. Щелк, и лампочка загорается. То есть включилась. Но оно еще не крутится. А чтобы крутилось, нужно добавить. И вот мы, получается, потихоньку добавляем обороты. То есть оно может работать от 1,8 вольт, короче, от 2 вольт до 12. У меня блок питания на 8 вольт. То есть получается, что я почти что могу дать. Я могу даже максимум, наверное, дать. Правда, для мотора это будет не круто, а то, что 2-вольтовому мотору 3-вольтовому дают 8. Но кратковременно, думаю, можно. А тут даже видно, что и лампочка. По свету видно лампочки. Сейчас она, он не крутится, она тускло горит. Выключено, включено. И чем сильнее мы делаем обороты, тем ярче горит лампочка. Это максимально. 8. Это было 8 только что. И даже по цвету лампочки можно видеть обороты. Блин, аж пальцы улетают. Маленькие. Где-то сейчас 2 вольта. Сейчас где-то может быть 3,5, 4, 5, может где-то 6, 7, 8. Максимум. Да, крутая штука, оно видно. И по лампочке видно, чем ярче лампочка, тем сильнее обороты. И по звуку, и по оборотам видно. И слышно по звукам, и видно по оборотам. Вот. Добавляем. Пошло еще, добавляем. Пошло. И звук сразу такой. Блин, в общем, я доволен. Крутая штука. Я еще хотел купить такую, только для больших оборотов. Ну, чтобы там, по-моему, от 3, это от 1,8 вольта до 12, там есть что-то от 3 вольта или от 4, да, вообще до 30 или до 40, вот такую я еще хотел, чтобы больше разгон, ну, чтобы она больше поддерживала напряжение. Ну, вот. Ну, в принципе, этого хватит, 12 вольт, куда мне такое. И заодно можно саму регулировать обороты мотора, то есть ты включил, хочешь, чтобы он медленно вращал, вот. Ну, хочешь создать вибрацию слабенькую, включил, оно слабо вращается. Хочешь сильнее, добавил. Хочешь еще сильнее, еще добавил. Хочешь вообще максимально. Ну, вруби максимально. Ну, правда, для этого мотора 8 нельзя. Ну, вот такая его вибрация, наверное, стандартная. Такая где-то. Вот это максимум. Где-то такая вот вибрация. О, все. Все. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.